В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. В Балашихе состоялось открытие первой смены молодежного экологического лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием для несовершеннолетних. Открыл торжественную линейку исполняющий обязанности руководителя администрации города Балашихи Сергей Чернуха. Разрешите от администрации города, от себя лично, во-первых, вас поздравить с началом работы экологического лагеря нашей большой территории. И сразу хочу вам сказать огромное спасибо. Огромное спасибо за то, что уже сегодня, в школах, вы занимаете очень активную жизненную позицию. Сергей Чернуха выразил благодарность преподавателям-наставникам, сказал несколько слов о предстоящей культурно-массовой программе лагеря и пожелал всем успехов. Успехов вам, здоровья, чтобы вы получили максимум положительной энергии, положительного заряда. И когда мы будем подводить итоги и закрывать через определенное время наш лагерь, вы будете стоять, я уверен, такие же счастливые, радостные, потому что у вас будет определенный заряд энергии и, наверное, будет очень много новых знакомств. Поэтому поздравляю вас, добрый путь. В продолжении командиры каждого отряда сдали рапорт директору молодежного экологического лагеря. В первой смене лагеря будут работать и отдыхать такие отряды, как «Спарта», «ОМОН», «Чистая сила», «Бригада», «Слон» и другие. Всего 300 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. В торжественном мероприятии принимали участие почетные гости. Со словами приветствия к участникам обратился епископ Балашихинский, викарий Московской епархии владыка Николай. Мне хотелось пожелать, чтобы каждый, кто сейчас стоит здесь на линейке, кто потом будет трудиться в этом замечательном лагере экологическом, вот это чувство любви к Отечеству своему, к Родине, малой и к великой нашей России, пронес до последнего дыхания. У нас есть на кого равняться, у нас есть прекрасные просторы, дивная история, у нас есть великое будущее, и дай Бог, чтобы это будущее с помощью Божией созидалось вами. Помощь вам, дорогие друзья. Председатель Балашихинской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Леонид Пивоваров призвал молодежь города быть настоящими патриотами. Будьте настоящими патриотами нашего Отечества. Знайте и помните, наши будущее нашей цивилизации за Россией. Позвольте мне от имени всех ветеранов района сердечно приветствовать вас и горячо поздравить с городским экологическим молодежным праздником, имя которому «Чистый город». Депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова, обращаясь к присутствующим, пожелала, чтобы у них всегда все получалось. Я вам желаю замечательно провести время в трудовом лагере. Мы верим, что у вас все получится, потому что наш дорогой город, наша родная большая Балашиха с каждым днем становится все краше, лучше, а благодаря вам еще и будет еще чище. Удачи вам, успехов, пускай все получится.
13-й год подряд лагерь работает на территории города. Основная цель – привести в порядок скверы, парки и улицы. От лица участников молодежного экологического лагеря труда и отдыха приветствовала собравшихся Анастасия Смирнова. Мы рады приветствовать участников городского молодежного экологического лагеря города Балашиха и надеемся на активное сотрудничество, проведение совместных мероприятий и продолжение традиций на объединенном муниципальном образовании «Большая Балашиха». Вера Безгина, Виктор Демин, «Большая Балашиха». В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.